Раз-раз, проверка звука. Так, ну, вроде бы в целом все в порядке. Раз-раз. Ну, надеюсь, слышно. Сейчас проверим. Да, все в порядке. Здравствуй, руки. Рад тебя видеть. Смотри. Сразу скажу, суть такая. Если ты взял одного персонажа и проиграл, ты можешь репикнуть. Если ты взял одного персонажа и выиграл, ты тоже можешь репикнуть. Но, короче, за весь ваш сет ты можешь репикнуть только один раз. Без разницы, хоть в случае многократных побед, хоть многократных поражений и так далее и тому подобное. Давайте подождем буквально пару минуток. Дождемся, когда песня шлют. Эсэфовский православный подтянется. И будем звать уважаемых гостей. Это правило замечательное, я считаю. Хотелось бы, конечно, чтобы не такое происходило как можно реже, где только в самой ужасающей ситуации. Здравствуй, Майл. Welcome to the NHK. Да, я помню, что у тебя есть такой ЦП. Класс. Это на своем мастер-аккаунте будет врубиться, получается. Уважаемо, уважаемо. Так. Ну что ж. Я думаю, так, сорян бы, я тут с клавиатуры, поэтому у меня не все так просто выйдет, скажем так. Ну, но уже почти все бойцы так или иначе в игре, поэтому... Первый пошел. Второй пошел. It's go time. А, ты Шакуму пробовал последний раз, когда я тебя видел в игре. Точно, точно. Вот, первая пара очень оперативно, быстро оказалась у нас в лобби. Ну все, можете начинать. Покажите хороший, а главное, честный бой. Ударимся перчатками, там вся херня. Нажмем на кнопку старт. Абсолютно все правильно. Ну что, первая драчка пошла. И обычно есть такая вот какая-то негласная традиция. Т5 у нас начинаются с пар самых, наверное, низкоранговых людей. Но сегодня у нас особый случай. Сразу начнем с экшона, с хайпа и с тому подобного. Ну что ж, будет ли это Ксеном на Никале против Руки на Акуме? Или все-таки мы увидим Уриена, ну или хотя бы Сагата. Здравствуй, Сибирь. Здравствуй. Нет, это у нас Акума против Никали. Все-таки в первый раз я был прав. Ну, знатоки в чате, что по матчапу, что думаете?
Мне кажется, что для Акумы матчап в целом неплохой. Ну, как минимум 5-5 точно должно быть. В самом худшем случае, наверное, 5,5. Ну, а сейчас мы видим проскипанное начало. Видим бросочек. Есть уже лайфлит у руки. Ой, не дал нажать высокил. Подводит к углу. Нет еще активации у Синома. Но с помощью хорошей конверсии выходит он из угла. И уже практически в другую часть карты переместились игроки. Заходит красап. Есть комба Соки, но можно было как-то и оптимизировать урон, поскольку все равно в угол выпадал там Ксенон. О, это 2-2 на Акуме. Посмотрим какой-то свэк, хороший антиэр. Так, возвращаемся ближе к мидскрину. В принципе, сейчас Ксеному очень бы хотелось активироваться, как мне кажется, и там бы уже дела были бы не так гладко у Руки, но пока он джебик раймашит и находит свой бросочек. Здравствуй, Сабиботаж. Не использует пока свою чарджевую атаку Никали, чтобы проходить через фаерболы. Приглядывается пока на это. Хотел антиэрить ТП-шкой, но залетел злосчастный воздушный фаербол. Побилдил себе метр Ксеном. Любезно Руки ему в этом помогает. Мне очень нравится на самом деле, что здесь нет прям очевидного фаворита, инициатива часто переходит из рук в руки. Видимо, ждал бросочка Ксенон, поэтому сидел. Насколько я знаю, випы сидячи. Бросок из демонфлипа. А вот бросок нейтрали не випы. Но есть, тем не менее, уже активация у Ксенома. Теперь Никали становится полноценным ебаным дебазером. О, есть краш-каунтер, но нет, килл-комбы не будет. Сомневаюсь, что с метром она тоже бы была в этом. Ой, обидный вид ДП, и панишится уже ДП Ксенома. 1-1 по раундам, хорошее начало. Но мне кажется, будет достаточно затяжной напряженный матч. Ой, снова не дает использовать V-скилл, но в этот раз текает Ксеном бросок. Находит контрхит, делает полноценную конверсию. Немножко передилейл, за что улетает в сторону угла на броске. Вот сейчас по традиции пытаюсь понять, что происходит в головах у игроков, то есть чем именно они пытаются вскрыть своего оппонента, то есть какие бреши они видят в этой обороне. Вот пока что Ксеном нашел лишние шажки от руки. И вифнутая ДП, есть активация, подвинул ближе к углу, теперь кинул окончательно в угол, но также дал выпрыгнуть. Надо было хотя бы назад бросить, но руки предупредило, что он нубас. И нет, наверное, хотел сделать ДП-шку после активации, но не успел. И снова сидит Ксеном на эту штуку, вейкается с командником, и это работает, что самое ужасное для Nightmare Руки, и первая игра уходит к Ксеному. Интересное развитие событий, очень недовольное лицо Акумы на этом скрине. Поэтому надеемся, что эту всю свою агрессию и злобу он сейчас направит в нужное русло. Вот, мы увидели первую чаржную атаку, увидели оверхед, попытку запанишить его через Тацумаку. Ну, в целом, видно определенные паттерны, по крайней мере, со стороны руки. Пытается он находиться чаще в атакующей позиции, очень много использует демонфлипы. Вот, хорошо, есть антиэр демонфлипа, забайчена ДПшечка, и это был ресет, а не фул комба. Ну, видимо, подумал, что не успеет запанишить, поэтому ресетнул. Ну, или думал, что уже как раз в приземлении. Так, были сетапчики, были бросочки. И что-то нажал или не нажал вообще на кнопку блока руки Свейка. За что телепортируется в следующий раунд. И сразу такая агрессивная впрыжка. Есть хорошая конверсия, есть лифнутый командир. Отвечает уже своей конверсией руки. Лайфлида явного ни у кого нет. Ой. Еще и броском вифнул по приземлению. Так, ну сейчас позиционка не самая приятная у руки, меняет он все с ног на голову, выпрыгивая из угла и снова пытается сантиэрить дайвкик, как в первом же раунде, но это не получается. Хорошо, есть активация.
напряженно смотрится игра, поскольку оба игрока не прощают ошибок и, как правило, полноценно конвертируют свой урон. И почему-то не стал Руфи нажимать Тацу после этого ТП, выходить в максимальный урон, тратить весь триггер. Ну и сейчас закономерно ожидает ошибки от Ксенома, но пока что сам ошибается, но не критично. Пытаются найти кнопочку. Затягивается, засушивается игра. Маленечко чип у нас произошел. Так, найден бы скилл. Ну и постепенно ведет, ну уже никуда не ведет Ксеном руки. Крымка файр. Так, бронза миксап пошли. И пока что сработали, причем полноценно сработали. Прям просто подошел этот скилл, но есть краш-каунтер, есть конверсия. Пока что лайфлит на стороне игрока на Акуме. Смотрим, как он будет им распоряжаться. Сейчас он его пытается сдать, нажимает V-Shift. Но ожидал чего-то такого Ксеном. Ну и сейчас игра засухарилась намного раньше. Но стоило мне это сказать, как ринулся просто в атаку в руки и забирает свою игру. 1-1 по играм. Акума win. Чувствует в себе силы Nightmare руки. Специально сначала спросил про Чарлок. А теперь, видимо, хочет остаться на Акуме до последнего. Интересно, увидим все-таки Сагата. Потому что у Риена уж прям вряд ли. Но на Сагата все еще стоит рассчитывать, мне кажется. Хотя, может быть, Ксеном решит репикнуть. Раунд 1. Файт! Хорош, прошел сквозь фаербол, но встает с ДП руки. Ох, опять вифнутая ДП, и снова это паниш. Коротенькая ДП уникали, делаем сразу такой вывод. Еще и... Да, здесь же есть ВС-2, который позволяет, во-первых, зарядиться, во-вторых, иметь оки. Сразу в плохой позиции Ксеном, но сам запрыгивает православно в угол руки. Но, благо, есть Цумака, которой можно выйти из угла. Фишит своими персами сидячими. Ждет все, что Ксеном что нажмет. Но Ксеном как будто на предикт заранее сейчас, вот, судя по анимации, нажал чардж. И это было оправдано, это сработало. Есть антиэр через ГРФП, пусть не самый ревардный, но тем не менее. Сейчас есть активация, есть жирнющий бросок, есть с чип уроном. И, видимо, снова предикт. Предикт подвел в этот раз Ксенома, хотя в прошлый раз все сработало как надо. Ну что ж, игра становится менее гиперактивной, то есть как будто выжидают момента, да, для вот таких вот прыжек игроки. Есть оки, есть V-Shift. Был контрхит, но не было конверсии. Сейчас из-за рассета не получается у Ксенома докомбить. Очень много стана, надо как-то замиксапить. Есть best mix-up и no mix-up. Смотрим full комбу. И это не будет килл. Есть ли шанс на камбэк? Было экзовое ДП. Дело сразу шифт, это дело руки. И забирает свою вторую игру подряд. Акума win. Ну, судя по прошлым играм, очень часто руки просто выжидают моменты, когда Ксеном нажмет V-Skill или нечто, имеющее большой рекавери, и старается напрыгнуть на это дело. Не мне точно уж учить игроков, но я бы на месте Ксенома подумал бы об использовании V-Skill'а. И вот в данный момент, да, прям пытается зажать он руки вплотную, хороший паниш, еще один. Есть командник, и это стан. Не будет метробилдинга, будет сразу оптимальнейшая комба. И был ресет, но угадал этот ресет руки. Пытался сам забросить своего соперника в угол. И вот теперь пытается побилдить метр с лайфлидом Ксеном, но не так уж ему этот красный сейчас и нужен. Руки буквально на одно касание. И вот оно произошло. Здравствуй, Статтерер, добрый вечер. У нас интересная напряженная игра. Так, это мы блочим. Хорош, прочитал этот шар. Очень часто руки действительно так делал. Абсолютно логичная XTP, мне кажется. Хороший антиэйр.
В этот раз Ксенон прям поднабрал обороты, но случайно зашел в БХП Акумы. И вот он, вот он. Снова на рид попытался, мне кажется, это сделать, но это было относительно сейфово, поскольку играл я с мутом, когда играл на Никале, я тоже не всегда мог запанишить эту штуку, хотя кажется, что всегда должен. Видимо, она спейсится. Ну снова очень солидное преимущество по КП у Ксенома, но при этом у Акумы большая куча урона, и прямо сейчас он нам это демонстрирует. Главное не растерять все это преимущество, очень близок к стану. Не получилось сантиерить эту прыжечку. Здравствуй, Оно. Просто в эскил, в наглую. 40 секунд, вихнул броском! Это Шиви на мидскрине. Жестко на этом руке. И сразу демонфлип со старта раунда, хорошая конверсия. Но не хочет в угол руки, встается к ДП. Часто на самом деле на вейке нажимает ДПшки руки, причем даже не всегда экзовые. Поэтому, опять же, советовал бы Ксеному к этой штуке присмотреться. Но пока что хорошо он находит игру и без присмотра к XDP-шкам. Ждал этого момента, да, чекнул все-таки своим чаржем дэш. И снова поторопился маленько Ксеном, за что получает паниш. Есть випнутое ДП, хороший краш-каунтер и реализация этого краш-каунтера. Очень много красного метра, еще чуть-чуть, еще буквально один краш-каунтер. Или парочку вескиллов, да даже буквально один вескилл, вот оно. И можно активироваться. Будет ли это активация с Хаюкика? Видимо, хочет в хит именно активироваться к Ксеном. Но... И это... Два-два. Интересно смотреть вот именно как более опытные соперники друг к другу приспосабливаются, находят какие-то способы оказывать давление, какие-то новые способы защиты, читают друг друга как в атаке, так и в нападении, и игра как будто начинает радикально меняться, то есть ты наблюдаешь вообще совершенно другие вещи на экране. Поэтому записывайте. Гайд от двух мастеров, все-таки оба игрока брали мастер. Ну, сейчас показывает откровенный зонит на этом руке, но один антиер просто уравнивает ХП, а пара воскиллов возвращает лайфхит к Синому. Очень много возможностей у Акумы для миксапа. Есть вифнутый чардж, что-то подропал там на этом руке. Просто начал бэкдэшнуться. О, господи. Это паниш. Было Шими, но не Шимится Ксеном. И просто свип активацию, причем свип еще и в хит зашел. Но хорошо активируется и Ксеном, и ХП приблизительно равно. И снова экзовая ДП и фул конверсия. Да. Даже фаербол не потребовался. Лагает, что ли? Не знаю. Все может быть. Как же жирно. Очень хорошие комбы у Акумы. Хороший вид паниш через вескил. Есть подход командник. Обеспечил себе оки Ксеном. Но побейтил ДП, как мне кажется. Очень много стана было. Нет, все еще есть достаточно много стана на руки. Но постепенно он уходит. И возвращается. Просто встает и бросает. Но это не будет килл. Здесь уже любое касание это смерть. Очень сложно будет камбэкать на этом руке. Есть КРЛК. И снова 1-1 по раундам. Здравствуй, Ромарио. Еще раз поздравляем тебя все с правами. Ну, посмотрим, успеете ли. Так-то я не против, конечно же. Ну, а сейчас я не против вернуться к обсуждению красивого вип-паниша на этом руке. Ух, какой сочный краш-каунтер. Еще чуть-чуть, и можно будет активироваться. Но остается пока в углу Ксеном, встает уже сам с ДПшкой, отбрасывает на руки.
Это, по-моему, второй раз, когда они вот так размениваются активациями. Сейчас Лейтит максимально близок, но Ксенон близок к тому, чтобы закончить раунд. Да, и он это делает. Выбирает игру. Переворачивает сейчас счет Ксенон в свою пользу. Теперь уже Nightmare Руки вынужден присматриваться ко всему, что делает Ксенон. Адаптироваться. Нет, это будет смена персонажа. Что ж, любопытно. Будет ли это Сагат? Будет ли это Уриен? Ваши ставки, дамы и господа, в основном господа. Я ставлю на то, что это будет все-таки Сагат. Хотя глубоко в душе я мечтаю посмотреть Уриена в этом матче. Но на всякий случай, если Ксенон нас слышит, тоже можешь репикнуть персонажа, если хочешь. Это не запрещено, это разрешено, одобряется и уважается. Ну, короче, это будет Сагат. Кстати, если это будет Рю, это будет очень уморительно. А пока что напомню вам счет. Да, это Уриен! Кайф, кайф. Надеемся, что Руки ничего не забыл. И покажет нам невероятнейшую, сильнейшую игру. Напомню, 3-2 в пользу Ксенома на данный момент. Эх, думал, что будет панишить, но поздно нажал ФМП. У Риена очень неприятные нормалы. Скорее всего, действительно, Руки будет покомфортнее с этими нормалами. Но не хочет терпеть эти все уриеновские миксапы в углу Ксеном. Сразу встает с ДПшкой. Ууу, какой... Досадный вид по скиллом, но у Руки сейчас более досадная ситуация. Его еще и за бэкдэш ловят, еще и активируется. Прыгает он в красап, сам того не осознавая, и не конвертит это совершенно. Но ничего, сделаем вид, что Руки просто 10 лет не играл на Уриене, и сейчас ему надо вспомнить, что какие кнопки делают. Есть активация, есть оптимальная комба. Даже более оптимальная, еще и ресетик. И снова не хочет терпеть всего этого Ксеном. Но хочет не хочет, Руки просто прыгает в угол. Два самых слабых персонажа в игре. Здравствуй, Амар. У Уриена по лицу написано. По лицу, вернее, видно, что он очень сильный, солидный и уважаемый. Есть трейд кнопок, есть хороший антиэйр. Не стал он его ни во что продолжать. Интересное решение. Встает с ДП, не хочет терпеть. Ну, на самом деле, здесь уже Руки мог бы сделать пометочку, что Ксеном уже который раз на своем вейке жмет ТП. Именно вот в матче Никали Уриен. Хороший, красав. Большой плюс, но этот плюс Ксеном просто нивелирует своим одним красным метром. Ждет дэш и чего-нибудь такого и напарывается на скилл, липая своим 3LP. Интересно, вот что сейчас планируют делать Руки? Руки планируют делать хороший антиэйр. Достаточно реварный. Снова нажимает на вейки Ксеном. В этот раз не ДП, но тем не менее кнопку. Что? Это же випнет. Он же там запорол ОТГ. Там, по-моему, уже можно ОТГшнуть этой штукой, но... Ой, Nightmare Руки. Здравствуй, Фарфор. Вот тебе как раз живой учебник по игре на Уриене. Если он выиграет, я скажу, делай именно так. Если проиграет, скажу, никогда так не делай. Ну а пока что мы смотрим. 1-1 по раундам, 3-2 в пользу Ксенома, напоминаю вам. Это панишится. Угу. Очень часто ресетится Nightmare Руки. Это стиль игры такой. Абсолютнейший наглец. Но есть метр Ксенома, есть активация, есть оки с этого. Попытался зашимить, но не шимится. Руки не жмет кнопок и погибает. Читать не умею. 4-2 в пользу Ксенома. Раунд 1. Главное, что писать умеешь, это самое важное. Хорошо, заинтерактил зарядку, и причем не зарядился, обратите внимание, не горит в скилл у Руки. Это значит, нет у него большого шарика.
поел всех лоу кнопок в мире, дает практически самый быстрый раунд в игре. Есть ресет, но не было командника. Снова попытался лоу кнопочками зачекать. Уходит просто в этого Аегиса. Не запанишь ЛДПшку и летел жирнющим минусом. Блок, за что был запанишен? 1-0, так. Ну да, поменял чара, ресет был счет. Хороший паниш. Не дает, не дает он прям Уриену почувствовать свою игру. Но Уриен никого не спрашивает, все пытается ее начувствовать. Так. Сином прям выбрал, мне кажется, очень подходящую тактику такую. Run and gun play. Ну, вернее, даже hit and run. Забейтил на метр, получается, раз заблочил и не стал жать кнопку. Ну, хотя, может, ДП бейтил или что-нибудь такое. Сейчас будет очень много урона. Да, очень много урона уникали. Но это раунд для Nightmare Rookie. И при этом, обратите внимание, без трех синих метров начинает Ксенон. И практически с тремя синими метрами начинает руки, но решает он сразу один из них выкинуть на экзовую башку. Вот прям посмотрите, заняли какой-то вот определенный рейндж друг от друга. И пытаются пока что в нем играть. И пока что преуспевает в этом именно Ксенон. Не было антиэра, но зато выпрыгнул из командника. Хорошая реакция, есть ресет-бросок. Не было ДП, значит, бросаем еще раз. Активировался, нажал экзовое ДП. Ну, скорее всего, был прав, потому что всегда есть минус на активации какой-никакой. Там бы был паниш. Какая щит... Вот прям нервная ситуевина. После двух хитов активировался. Насколько я знаю, там минус. Вообще все кнопки нажал сейчас на этой руке. Все показал, что умеет. Там плюс. Пацаны, если вы слышите, давайте эту игру мы не засчитываем. Просто ради шоу. Вообще, ну по справедливости в такой ситуации, насколько я знаю, и так ничего не засчитывается. То есть ребята должны играть еще одну игру. Да, так и произошло. То есть даже решать нам ничего не пришлось. Просто бросает в свой минус. Но хорошая реакция на коленочка. К сожалению, заблочил стоя, поэтому не получится завифпанишить хитбат. Интересный антиэр. Ну, мне, по крайней мере, казалось, что там уже все, там уже потрачено, только кросс-кат можно делать, но нет. Просто дэш-бросок в сторону угла. Ну и сейчас будет искать активацию игрок на Уриене. Забейтил на красный метр. Ну все, одно зеркало мы перетерпели. Вот оно второе. Что-то там вылетало экзовое, скорее всего, стон. Я помню, был вот такой же точно агрессивный раунд с Синома, только его прыжка зашла, и он там сразу очень много понаотнимал. Хорошая конверсия. Очень нравится смотреть на хэдбат Уриена как на спешл, но очень не нравится, когда против тебя его жмут. Ну что, у Ксенома все в шоколаде, все хорошо, но это может быстро измениться. Есть активация от руки. И есть очень хорошая, солидная комба от нового сезона. Ну что, есть все еще один Аегис. При особой наглости можно нажать экзовый такл, отмениться после первого хита. А, ну хотя нет. Здесь же уже активированный Аегис, поэтому оно так не сработает. Но уже и не важно. Ну что, матчпоинт для Ксенома. Вот это наглость. Ожидал бэкдэш.
прям путсис-путсис. Игроки уже настолько друг друга засканировали, что даже действия иногда синхронно делают. Круто смотрится. Хороший такл. Но ничего этого не будет терпеть в самом углу. Пытается обманывать все еще Уриена да и пиками, потому что очень быстро начинает на этом руки оттереть. Да и в целом MT-джамп хорошо работают против именно КРХП Уриена. Ищет свою активацию Мишаня руки. Но пока что находит только урон. Но вот она активация. Попытался замиксапить для большего урона. И это убьет? Нет, это не убило. Но сейчас может абсолютно легитимно чипануть просто своего соперника. Так он и поступает. Здравствуй, Арколи. Лицезрел ты. 5-2. Парик Сином Nightmare руки. Большое спасибо, ребят, за игру. Честью было это смотреть и комментировать. Желаем руки вернуться все-таки на своего первоначального персонажа. Ну а сейчас у нас будет следующая пара. Килл Чуни против Розы Сабибитовой. Да, действительно здорово сыграли. Было превосходно, отлично, балдежно, каефно, классно. В обычном матче у нас сейчас прибывает себе баташ. Первый игрок на месте. Осталось дождаться только сабибатажа. Надеюсь, этот обычный матч — это поиск обычного матча, а не игра в обычном матче. Болел за руки. Ну, честно признаюсь, в глубине души, когда я вижу Уриена, но не играю против него, я всегда болею за Уриена. Очень крутой чар. Очень он мне нравится своим дизайном, своими спешлами, нормалами, фразами. Типа, всем на свете. Ну, Сабибатаж сейчас играет на Розе, поэтому я сомневаюсь, что мы увидим Минат. Но если у нас сегодня день возвращения к старым мейнам, то Минат была бы вполне кстати. Давайте отправим еще один инвайт Сабибатажу. Ну что, делитесь там пока новостями, рассказывайте, как ваши дела, как ваша жизнь. Анхоли может написать какую-нибудь очень остроумную вещь в чат. Здесь, насколько я помню, был Амар, поэтому вы можете даже посоревноваться, кто из вас более остроумный. Ну где же этот пакостник Сабибатаж? Играющий свои обычные матчи. Вот, кстати, можете меня поздравить, раз уж тут зашла тема за что-то связанное хотя бы относительно косвенно с техникой. Если верить сайту Почты Россия, если верить звуку, как нам зашел Сабибатаж, и мы уступаем место, мой хитбокс уже лежит в почтовом отделении, и все, что мне осталось, то завтра его забрать. Ну а сейчас нам остается только смотреть. Ой, двух замечательных игроков. Да ничего, ничего. Мы все понимаем. Спасибо, спасибо, спасибо. Да не, Майлтово сделал, насколько я, по крайней мере, понимаю, невероятно давно. Просто возможность забрать его появилась у меня относительно недавно. И то, как бы, с нюансами. Ну а тем временем у нас Чунли против Розы. Где-то я видел, что мудрец на Ромарио упоминал, что матчап далеко не в пользу Розы. Ну и сейчас посмотрим, как это будет реализовываться. В прошлом своем FT5 сете
Все, отстаньте от меня с финансовыми вопросами. Очень уважаемые игроки не скипают свои интрухи, чтобы мы могли посмотреть без скипа, но скип, тем не менее, все равно произошел. Есть маленькие пролаги, но надеюсь, что это просто у меня, и ничего страшного там нет. Показал нам Данча, он же Килчуни, неплохие навыки в Фуцисе. Ну, в целом, было бы удивительно, да, что Чунли бы страдала в Фуцисе, но, тем не менее, использовать длинные нормалы тоже надо уметь. Ну, а Свиботажа мы в целом все с вами давно знаем, давно наблюдаем. Посмотрим, как игроки друг к другу приноровятся, что покажут. Да, вот он. Вот они, эти экзовые ножки от Чунли, они все еще на месте. И сейчас они были к месту совершенно. Да, триггер, к сожалению, для Сабиботажа пропал. Вот сейчас, мне кажется, во многом вопрос обстоит с тем, насколько хорошо игрок на Чунли знает матчап с Розой. Поскольку вот всякие такие штуки в виде кэнселов бесконечных, она может проворачивать достаточно долго. И если не знать, как с ними бороться, можно очень, так, очень сильно встрять. Ну а сейчас пытается показать все разно... Ох, интересный трейд был. Есть краш-каунтер, но краш-каунтер... А, вот почему он был таким, он просто перерастал в активацию. Уже в углу окончательно находится Свиботаж. И это стан. Первая игра уходит в Килчуни. Вот такой поворот. Все было хорошо, но просто один краш-каунтер изменил всю игру. Ну что мы можем увидеть в этой ситуации? Получается, с Вейка очень много Свиботаж нажимал. И получается, что не следует ему так делать больше. Ждем мина. Ну нет, мне кажется, что Сабиботаж не летит. Мне кажется, это будет Роза до конца. Очень хорошо, на самом деле, держит дистанцию Сабиботаж, но иногда, по моему мнению, предпринимает рисковые попытки сближения. Хотя, казалось бы, зачем это? И сферка так обидно пропала, не смогла потрейдиться с этой напрыжкой. И сразу видно, что будет лежать Килчуни, то есть не будет он никогда вставать, зная, что есть этот триггер. Но все мы знаем, что у Розы есть ОТГ на этом триггере, и лежать против него — это более рискованная вещь, чем не лежать. Вот так. Очень хорошо проехал под фаерболом. Интересное откровение у нас в чате тем временем. Ну, в общем, на бумаге, мне кажется, что матчап этот выглядит таким образом. Если Чунли вошла, то как бы все. Тем более, что вот Сабиботаж очень нетерпеливо регулярно нажимает свейка. Но если вот Чуня сумела войти, то это все. Но... показывает нам реализацию второго триггера, пусть и не самая дамажная комба, которая с ним существует, ввиду ограниченности его таймера. Но, тем не менее, это сравняло лайфлип, но, как мы сейчас видим, ненадолго. Сразу отдает shift, не хочет, да, терпеть все сапики. И очень издалека встал экс-спиралью, но это сработало. Есть антиджамп-просочек. Увидел. Сабиботаж, что нажимает после нормала Килчуни, поэтому можно смело уже начинать канцелить это в спираль или фаербол. Да, я вот о том же говорю, что Сабиботаж пока что не использует ОТГ, но вроде как знает про него, то есть мы с ним играли, он использовал это ОТГ, и мне кажется, что его надо использовать, потому что Килчуни всегда, когда ложится на активацию этого триггера, он всегда просто лежит. То есть, ну, для Розы потеря каждой секунды этого триггера очень критична. Ну что, это будет бандитская перестрелка? Нет, это будет Virtuair в сайд-свич.
кто-то там не дочаржил, поэтому вышло не фул комба. Ну что же, что же. Второй, будет третий. Нет, третьего не будет. Вот теория игр на самом деле гласит, что если кто-то повторил одно и то же действие дважды, то в третий раз он уже его точно не повторит. А мы как видели, что на вейке Килчу не продолжал просто сидеть и блочить, поэтому вероятность третьего броска, ну, вернее, если бы он случился, была бы огромна. Но сейчас именно бросочек раунд заканчивается. Снова в пользу сабиботажа. Очень агрессивно начал, за что получил законный паниш. Попытался зашимить его Килчуни, но поздно спохватился, судя по всему, за что его бросили. Пытаются игроки как будто угадать ошибку соперника. Вот не столько подловить, сколько угадать ее из разряда. Типа вот я сейчас нажму, а он вихнет нормалом вот именно в этот же момент. Видим бросочек, это правильно. Но вот сейчас, кстати, встал быстро. Ну, видимо, не боялся уже заканчивающегося триггера. Будет ли это прикол с вардбрейком? А там же можно было скомбить, но и здесь тоже точно можно было. Нет, вероятность после обнуления, она, ну, типа, имеется в виду поступить как-то в определенной ситуации. То есть, смотри, ситуация, один человек лежит, второй стоит. Второй идет, бросает первого. Они вернулись в исходную ситуацию. То есть, типа, теперь ему надо поступать либо так же, либо по-другому. Хорошая конверсия. Была напрыжка, но не дотянулся никаким нормалом. Но вот сейчас мне кажется, что игроки глобально ничего в своем геймплане не меняют. То есть паттерны атаки и защиты у них примерно одинаковые. Просто кто-то более успешно их реализует, кто-то менее успешно. Что-то пошло не так с этой комбой. Но, тем не менее, это не мешает сабиботажу забрать вторую игру подряд. Rose wins. Анхоли. Очень важная заметка. Тех женских чаров в SF5 я не уважаю, не почитаю и играть за них не хочу. Поэтому вопрос вообще не ко мне. Я так полагаю, Ромарио болеет за Розу. Ну, вследствие этого за сабиботажа. Активно, очень активно принимается за зоне сабиботаж. Вот он поменял паттерн своего поведения. И сейчас уже придется к этому приспосабливаться Килчуни. Постепенно отдает позицию сабиботаж. Но, тем не менее, лайфлит на его стороне. Но сейчас все может измениться. Снова попытался зашимить, но чекнули его кнопкой. По вкусовых ощущениях. Я бы сыра сейчас хотел, наверное. Есть хороший ресет, это стан, очень круто, очень круто. Не ожидал этого ресета сабиботаж. Но была подропана комба, но зачем она нужна, когда есть бросочек? Пакчам ресет. Ну, по факту. Уже второй игрок, который... Ого, вы видели этот козырный антиэр? Вот это было круто, это было круто. Просто нажимает их спираль в нейтрале. И оказывается прав. Очень хороший антиэр у Розы. Да, возможно, не самый лучший, но при этом очень хороший. Вот поэтому нельзя просто так стоять и випать кнопками в нейтрале, потому что когда ты прыгнул, ну, когда, вернее, оппонент прыгнул, а ты уже випнул кнопкой, ты ничего с этим не можешь поделать. Нет, отдает даже красный метр, стараясь ставить Килчуни в углу, но Килчуни находит активацию, видимо, что-то дропает, именно поэтому не получается продолжить компу. Здравствуй, Турбо. Игрок на Урие не любит ресеты. Все так, я тоже люблю ресеты, хоть я и не игрок на Урие. Ну так, разве что в каком-то далеком прошлом, и то на полчаса.
Но пока что смотрите, более уверенно смотрится Сабиботаж, как будто понял он, как атакует и защищается Пилчуни, он уже позволяет себе некоторого рода наглости. Но Пилчуни пока не может к ним привыкнуть, понять, что с ними делать. Но каждый раз, вот, когда он находит активацию, он выжимает с нее настолько много, насколько может. Знал, кстати, про телефон, заряженный ВТ-2, поэтому нажал вышит. Rose wins. Ну, пока сильно ведется Пипотаж. Только Юриен Мейн, уважаемым человеком в пиджачке. Да у меня и так есть пиджак. Ну и кто-то же меня уважает в любом случае. Поэтому технически я уже уважаемый человек в пиджачке. Просто нагло. Да, это, конечно, заспейшенное. Как провокационно Роза говорит «А-а-а», когда тэкает бросок. Вот тоже видно, что Пилчуни не очень хорошо знает матчап с Розой, потому что только что перед его лицом и снова перед его лицом махнули хэви-панчом, который до смешного сильно вифпай... вот оно ОТГ, вот мы смотрим фул-комбу. Ну, видимо, кондишнил Сабиботаж своего оппонента на то, чтобы он всегда подольше лежал, ожидал этой утраты метров. Вот в прошлый раз очень хорошо среагировал, хотя там не было ожидаемо, что Чуня попадется на эту вот экзовую сферку. А сейчас на самом деле было ожидаемо, что Чуня попадется на экзовую сферку, но Сабиботаж не среагировал. И именно поэтому произошло то, что произошло. Смотрим дальше. Фишку понял, говорит Пилчуни, и тоже нажал спешл с раунд старта. Сабиботаж его съел. Попался на свои же хитрости. Во, хорошая конверсия. Надеюсь, игра все-таки сведется к считыванию паттернов там и переигрывании соперника. Потому что сейчас постепенно иногда кажется, что игра сводится в кто кого удивит своим нажатым экзовым спешл. Дропнул. Ну, дроп-то обидно. Правильное, кстати, решение, как по мне, принимает Пилчуни. То есть, никогда Сабиботаж не респектил вот этот вот СБК с Вейка. Ну, сейчас ситуация щекотливая. То есть, может просто сетапить все, что хочет Сабиботаж. Смотрим. Смотрим, как будет Чуни пытаться подобраться. Да, вопрос решался недолго. Ой, как нагло! Ой, как нагло! Final round. Fight. Получил ДП, триггер кончился. Хорош. Даже порой тяжеловато это комментировать, поскольку здесь читается отчетливо одна вещь. Сабиботаж нашел, что он должен делать, чтобы побеждать. А Пилчуни вот иногда нам показывает крутые комбы, если очень очевидно Сабиботаж ошибается. Но если Сабиботаж ошибок не допускает, то, как правило, происходит вот это. Кто-то отправится учить матча после этого. Ну а пока что 4-1 для Сабиботажа. Машина, реально машина. То есть, если поначалу он начинал аккуратно, видели, да, где-то терпел, где-то респектил, где-то наглел, конечно, но там это выглядело как максимально необходимая дефенсивная опция. А под конец уже кажется, что Сабиботаж понял все в этой жизни и может себе позволить даже вот такую вот напрыжку. Даже не кэнсел шара, а просто вип нормалом и шара. Посмотрим, как эту наглость будет пресекать Пилчуни. Все же у него еще есть попытки, со счетов его никто не списывает. Его комбы очень болезненные. Но пока что майндгеймсы Сабиботажа работают лучше. Так, снова есть активация, есть куча скеллинга, но, тем не менее, урона все равно... О, как обманул!
Видимо, подропал экзовые ножки или СБК, то есть что-то такое, но в любом случае урона было много. Снова не стал терпеть тот проклятущий триггер. И снова зашел в сферку. Все остается прям на копеечку, так сказать, для Килчуни. И вот она, эта копеечка, обналичилась. Ну, действительно, не было метра, причем никакого. Хороший панер. Мне даже кажется, я просмотрел комбо-счетчик, но мне кажется, что вот эта дрель уже зашла просто не в комбо, а куда-то туда. Вот все пытается Килчуня зашимить своего оппонента, но он не шимится, даже не пытается. Ну, вернее, даже не боится этого. Вот, дождался ошибки, дождался наглости. Очень хорошо запанишил. Сейчас, возможно, будет стан. Хорошо ресетнул, мог бы продолжать комбить, но... Вау! Да что ж такое, все никак не получается добиться биботажа. Хотел он нажать свип в активацию, но нет. Был готов к этому Килчуни, просто бросил его. Это все еще матчпоинт для сабиботажа. Но и, возможно, начало камбэка для Килчуни. Здравствуй, Диадорн. Рад тебя видеть. Невероятно, просто невероятнейшим образом соскучился. Ко мне приехал Битфокс, но пока что только на почту. А сейчас мы смотрим, как просто машинный... колеей переезжает сабиботаж своего оппонента, показывает нам дропнутую комбу за розу и перфект. Ну что ж, хороший матч, по ощущениям все было так. Начали неплохо, играли в нейтрал, смотрели какие-то вещи, пытались друг друга там закондишенить на что-то. И все получалось у Килчуни, все шло как надо. Но сабиботаж потом просто нашел ответы на все свои вопросы к этой Чунли. И понял, что соперник, скорее всего, не знает матчап. Именно поэтому он начал обузить огромную кучу вещей, которые, ну, можно предиктить, панишить, ожидать в определенных ситуациях, вип панишить. Но... Получилось то, что случилось. Надеемся, что Данча просто выучит матчап. Возможно, даже организуем ранбэк. И все будет хорошо. И посмотрим крутой, крутой матч. А тем временем мы приглашаем Nintendo в лобби еще одного участника Килдоджа. И к ним должен присоединиться Диадорн. Вот оно. Надеюсь, в этот раз коннекшн issues не произойдет. Видим Дио, любуемся им, скоро вот так вот тут выглядит мои дни, лобби, и мы вот вдвоем. Ох, я бы с радостью, Дио, я бы с радостью, но не могу, не могу пока. Так, вот, Килчуни написал ГГС в чате, значит, он нас слышит. Мы отправляем Nintendo еще один инвайт. Надеялся, что все как бы будет хорошо. Нет, приглашает он нас. Ну, окей, сейчас, Дио, я тебя позову. А почему он нас приглашает, то есть... Почему он не заходит к нам? У него до сих пор не высвечиваются приглашения? То есть в чем проблема? Только сразу, пусть он уберет вот эти вот 5 раундов. Вот, сейчас 3 раунда, FT5, все хорошо. Сейчас я приглашу тогда Диадорна. Но, тем не менее, у меня 3 палки вот с молодым человеком, поэтому... Ну, надеемся, что лагов не будет. Ну, он же меня пригласил, я же увидел, что он кинул мне приглас, значит, он не у меня в ЧС. Ну, вот так это работает.
Главное, что все решилось, и драчка будет. Драчки быть — это самое важное. В прошлый раз ставили сильным соперником, в этот раз тоже сильным соперником. Ну, надеемся, что Nintendo покажет класс, будет новой звездочкой на наших FT5. Просили вот ребята из Killdojo не ставить их друг с другом. Но мне кажется, что это что, честный подбор игроков? Да, это честный подбор игроков. Как в ранке практически. Только честнее. Ну вот мы и не знаем, мы не можем же проверить. Но сказал молодой человек, что он платина. Ну как бы платина, это уже уважаемо. Вот, Дио берет не своего мейнчара, одного из своих сабов. И мы смотрим Гайла Кира. Иногда очень агрессивно играет на Гайле Диадор. Тоже сразу что-то начал делать с Вейка. Не было антиэра, за что получает бросочек. Ну прям жмет. Прям жмет Дио в углу. Как же много кнопок он нажимает. Ой, хороший экзовый флешкик. Хотел побилдить метр еще один флешкиком, но подропал его. Но пришлось добивать бросочком. Игрок слева, игрок на сковороде. Да нет, сомневаюсь. Сковорода играет совершенно иначе. Это сразу чувствуется. Сковороду бы мы узнали из тысячи. И снова нет антиэра. А вот здесь антиэр в наличии. Здесь все в порядке. И вот у Акиры, мне кажется, с Гайлом действительно могут возникнуть большие трудности, поскольку очень сильно она зависит от возможности въезда либо своими хэви-кнопками, либо дэшами, либо чем-то таким. Но из-за вот ожидания этого Sonic Boom'а приходится придумывать что-то другое. Сразу не прочитал красав Дио, за что сейчас получит очень много урона и килл. Снова здравствуй, Амар. Мы же виделись уже вроде. Ой, какой краш-каунтер и не нажал хэви-кнопку. Диадор не знает. Ну или слишком рейндж был большой. Я уверен, что Диво знает все в этой игре. Как минимум на уровне теории точно. На уровне практики не знаю. Все вытерпел, все заглочил, нигде не нажал. Это мы уважаем. Не стал делать Sonic Boom или не зачаржил. Пытается кондишинить на какие-то вещи. И вот прям уже заметно, что у Nintendo не очень хорошо все с антиэрами, но тем не менее неплохо с миксапами через свой же триггер. Есть активация и должна быть жирнющая комба. Не стал бросать бум. Да, это пригодилось ему тратить на супер, чтобы сделать килл. Гайл win. Веселые вы там все, блин, в чате. А как смотреть и туда, и туда? Ума не приложу. Но тем не менее, первая победа за Дио. Сразу ждал какой-то активности от соперника. И не было паниша свипа. Неужели у Акиры настолько короткие нормалы, что она не может запанишить вот свип от Гайла? Ну, либо просто не был готов. Оп, очень хорошая впрыжка. Прочитан этот Sonic Boom. Интересно, можно там ставить в ДПшку или нет, потому что мне кажется, что да. И снова краш-каунтер, причем сам находит на него Nintendo. Он же там бифает по сидячим. Интересно, кстати, с какого девайса играет Nintendo. Я видел, что он с PlayStation, но играет ли он на паде, или играет на хитбоксе, или на стике, на чем-то таком. Когда пойдем играть в Fortnite? Точно, я ж про тебя забыл, прости, пожалуйста, я просто... мы шли в компы с друзьями, но... Я всю ночь UFC 3 проиграл, я что-то совсем забыл про форточку.
Так. Очень много липает КП игрок на Гайле. Я бы начал к этому приглядываться. Я бы просто подходил бы в этот рейндж, садился и ждал бы, когда он этим бифнет, чтобы завипанишить его своими лоу-кнопочками. Тем более, что любая конверсия Акиры очень болезненна. А вот Гайл наоборот, если он не находит прям какой-то непосредственно хит, а желательно контр-хит, то он в основном тебя погрызывает больше, нежели прям откусывает. На хитбоксе играет, да? Но тогда это скорее нетерпение. Просто я думал, типа, он иногда блочить не успевает. Я думал, может быть, он вводил какие-то штуки, и поэтому он не успел заблочить. И тогда... Нет, он просто не... Какая наглость! Диадор! Да, это, конечно, не панишится, но при этом просто вот так отдавать 3 метра. Ну, тем не менее, где опытнее меня 80 миллионов раз? Он опытный. В этот раз прочитал вообще все миксапчики, но нажал. Нажал. Не будет это, конечно, простой пешей прогулкой для Диадорна, как мы уже поняли. Его нетерпение зачастую его подводит. И желание нажимать все кнопки. Но, тем не менее, игра смотрится, ну, как минимум, не в одну калитку. Чаще миксапит своими действиями Диадорн, то есть, ну, глядя на то, как он играет, как он исполняет свои действия, я думаю, игроку на Акире немножко тяжело понять, что же будет происходить. Но, тем не менее, ему не тяжело показать нам крутую комбу. Хороший. Ну, получается, Шими на мидскрине. Удачный косплей на Дайго. Не, удачный косплей на Дайго был бы, если бы он ходил назад микротибегами. Вот это было бы прям идеально. И съел оверхед, это 1-1. Акира wins. Но, кстати, все еще по-прежнему не нравится мне Акира как персонаж. Типа, она сильная, интересная, все там неплохо, но вот именно сам дизайн того, как чар выглядит, как у него выглядят приемы, там, как он себя ведет, вот это вот мне что-то не заходит. Вот вам как Акира в этом отношении? Снова КХП. Но уже, видимо, готовится Nintendo вивпанишить все эти штуки. Теперь уже нет антиэров от Диадорна. Пытается сам играть в Дио в близком рендже. Не пытается сначала начиповать. Ооо, какая ошибочка. Ну да, остановить фрешу перед углом всегда хорошо, но главное еще и с этим угадать. Но сейчас угадывает Nintendo. Разделяю мнение Фарфора. Причем, типа, как игровой-то чар, она неплохая. То есть у нее очень много прикольных, интересных штук. Но вы просто ее видели. Ну ладно, тем не менее, у нас сейчас очень нервная ситуация. 40 секунд остается. Очень мало хп у Nintendo. И он тоже ест оверхед. 1-1 по финишу раунда оверхедами. Снова он так начинает раунд. Неужели он реально ждет, что будет на него дэшиться? Это комбилось, кстати, во флешкик, но, видимо, не был готов Дио к тому, что именно в такой ситуации его ВС-2 попадет. Так. Вот. Вот это уже больше похоже на Гайла, то есть он сидит, провоцирует своими нормалами и покидывает флешкик. Ой, флешкик я хотел сказать. Соник бумы свои. Был интересный фреймтрап. А вот этот должен быть интересный паниш, но из-за ренжа, да. Хорошо развел на бросочек. Сейчас главное не переусердствовать.
Я даже договорить не успел, Дио, что же ты делаешь? Главное теперь никуда не спешить. Можно даже Sonic Boom'ами не увлекаться. Аккуратнее, аккуратнее, конечно, надо играть Nintendo. Очень часто он просто ходьбой встречает эти Sonic Boom'ы. Я, конечно, понимаю, что сам этот фаербол очень быстрый, сильный. Так еще и по фреймдате хороший, если его делать вблизи. Но не каждый же раз его есть. То есть немножко терпения, немножко терпения. ПХП. Нет. Вот оно, вот оно, вот оно. Хороший вифпаниш от игрока на Акире. Не знаю, оптималочка ли это, нет ли в чате лагира, который мог бы нам подсказать, оптимально ли это эйр-комбо. Или там уже все что угодно оптимально. Хороший красав, уже сам отправляет Акиру в угол. Сейчас главное не напороться на еще один краш-каунтер. Но нет, Дио решает восстановить справедливость, говорит, ну чё уж я, не по-человечески из угла тебя выкину, сам тут вернусь. Но не согласен с этим Nintendo, запрыгивает в угол сам. Можно было, кстати, убежать от этого Дайга, выпрыгнувшего, но не стал Дио так поступать. Порой даже моргнуть не успеваешь, а Акира уже забрала раунд. Неплохо. Ждем ХП. Вот оно. Ой, в этот раз даже хит. Круто. Не было вифпаниша, к сожалению. Задумался о чем-то Диадорн. Пытается он как будто... Ух, найс, эдквейр. Очень много нажимает Дио на Гайле. Хотелось бы, конечно, поменьше. Нет, там же блок стан. Как интересно затрейдили с лайтами. Что? Кто первый найдет? Вот жалко, не было последующей конверсии, потому что замайчен в ошибку красиво. По дилее на кнопочка. Это килл? Нет. Да, это килл. Акира wins. Ну да, такая типа мини-хрюшка. Ну вот ты видел, наверное, как сковорода играет на ней фарфор. Это вот прям такая мини-хрюшка, у которой есть куча вещей, которые, если ты конкретно не знаешь, как именно твой персонаж, типа, должен себя вести в этой ситуации, то она может делать все, что хочет, а ты будешь вынужден терпеть. Так, традиционное ФХП на старте раунда было. Когда-нибудь это будет запанишено. Во, есть паниш свипа с свипом, уже хорошо. Залез туда не надо, Диадор. Напоминаем, кстати, что смена чаров разрешена. Как будто своими длинными кнопками Дио пытается чекать ходьбу, но в этом же нет никакой необходимости. Видно уже, что Nintendo раскусил, так сказать, эту так. Как больно сейчас кому-то будет, им надо было мини-флешбум кидать вот этот вот. Да, вот такой вот в эту конверсию, тогда бы ты его ресетнул, прямо как сейчас. И снова оверхед в конце раунда. О, здравствуй, Фондер. И не было флешкика, но, видимо, именно им хотел закончить эту комбу Диадор. Так. Угадает ли? Ну, не угадал, но не угадал достаточно далеко, чтобы не получить за это пол лица комбы. Нот. Поздно начал антиметр. Да что же это за свипы, Дио? Пожалуйста, не надо. Еще и свипнул вертушечкой. Ну ладно, спишем на то, что Дио не очень сильно
играет на этом чаре, да, то есть он его ставит периодически, иногда берет. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Оверхед чей, статоров? Если ты про Акиру, то там оверхед минус миллиард, и он тебя вплотную практически ставит. Ого, сразу прыжечка, то есть не было даже дежурного по ХП. Почувствовал, что с него будут отходить. Нет, почему-то все антиэров от Nintendo, ну когда же они начнутся? Да, пусть Дио не так уж и часто прыгает, но тем не менее прыгает. И снова встает с флешкиком, как когда-то пару матчей назад. За что получает очень больно по голове. Очень много стана на нем. Надо что-то с этим придумать. Знает, что соперник не антиэрит, поэтому свободно на него прыгает. Маленечко пытается выровнять ситуацию с унибумами. Забаечка красный метр. Всеми силами хочет Nintendo своего соперника оставить в углу. Очень хороший краш-каунтер был найден. Найс. Кайла, ну, если есть длинная лайт-кнопка какая-нибудь, то панишится 100% с любого ренджа. Попытался закондишнить до этого, но всегда после прыжка бросал, а здесь решил сделать... О, зашел в ХП, это круто, поздравляем. Ну, это не первый раз уже, конечно, но... Начинает вот как-то вести себя загадочно на вейке Диадор, но явно это план. Отплэшкикался. Ну нет, я теперь уверен, что Дио насмотрелся игр Диего у Хохатуры, так сказать. И запомнил, что тот тоже иногда кондишнит своих соперников именно поведением на вейке. То есть все равно же они играют FT5, то есть сет затяжной, можно как бы и даже проиграть, ошибившись пару раз. Поэтому давайте будем верить в то, что это кондишнинг оппонента, чтобы он больше респектил твои вейки. О, какой красивый краскат флешкик. Сейчас главное не напороться на хэви-кнопку Акиры в краш-каунтер. Я хотел это сказать, оно случилось. Но вот он и ответный краш-каунтер. Здравствуй, Эдгар. Вот кого-кого точно надо будет встретить, как только поставлю хитбоксик. Так это Эдгара. Ой, какой вид досадный, никак этим не пользуется Nintendo. Сам встает с ДП, говорит, не только ты так можешь, у меня тоже есть экзовое ДП. Но уже разгадал Дио, что можно выбрасывать Nintendo из его V-триггера, значит, нужно больше бросать Дио после активации. Что такое турбо? Что случилось? Я же говорю, плашки придумали вы, чтобы угнетать меня, а я слишком ленивый, чтобы поставить плашки. Там вон сверху счет написан. А мы смотрим, как Диадорн пытается не нажать по ХП. Но нажмет же ведь. Нет, пока не нажимает, и именно из-за этого, я так полагаю, пропускает. Красавчик. О, какой досадный краш-каунтер. Очень много стана на Диадорне. Возможно, да. Как же обидно получилось. Еще и вейкается с флешкиком. Не дает подержать себя в углу. Да, согласен, не платят за плашки. Поэтому никаких плашек не будет. Я вот сколько просил на хитбокс, вот хоть бы кто помог, а только Майлд помог. Так, есть не паниш, есть странный свип в нейтрале, есть снова несантиэренная напрыжка.
Обратите внимание, у Диадорна есть метр на экспрешкик. Увидим ли мы его? Но что-то определенно нажимал. Это перфект. Жестко. Акира wins. Вкусными салатами овощными, фруктовыми, чем там еще сковорода может купить. Такое право. Есть ПХП, значит, раунд будет успешным. Есть фреймтрапики. Вот очень хорошо, на самом деле, Дио себя чувствует в нажимании нормалов на Гайле. Вот вопрос только с тем, в какой момент это делать. Но пока что все очень хорошо было. Конечно же, именно это я хотел сказать. Не задропает ли конверсию в этот раз? Нет. Да. Просто бросает в угол. Не боится XDP от Nintendo. Ну вот, да. Я примерно этого и ожидал от сковороды. Да, и снова это Light Punch в бросочек. В той же самой ситуации. Может сейчас активироваться Диадорн. Вопрос только как и в какой момент. Получится ли сделать это в хит? Да, получится. Да, конечно, никак Nintendo это не запанишит, но... Досадно. Досадно подропано. Дежурный ПХП для матчпоинта. Ну же. ПХП. Но нет, уже не дает ему Nintendo такой возможности. Просто сильно душит его. Подвел к углу, но... Гайлу и в углу спокойно. Снова нет антиэра и наконец-то закондишнил его на прыжке вот этой вот ПХК. Грифин. Как же он умело останавливает прэш для того, чтобы подойти и бросить своего оппонента. Но это есть хит, есть активация. Главное теперь не подропать комбу, как в прошлый раз. Нет дропа комбы, а значит все хорошо у Nintendo. Но это могло так же быстро измениться, как и начаться. Маленький бум нет, маленького бума нет для ресета. О боже. Не подвезли терпение. Гайл Уинн. Ну что ж, получается, поздравляем Дио с победой. Ромарио Техи, реально, просто Ромарио Техи. Но, тем не менее, важно их правильно применить. Большое спасибо парням за драчку. Я вернусь к своему лобби. Наверное, все-таки комфортнее мне в нем. ГГС, реально? Дио, я надеюсь, ты слышал каждое мое слово, которое я говорил. Так, следующая пара у нас будет. Mild Discontent против Stutterer. Ребята, вы, насколько я понимаю, здесь. Как вы смотрите на то, чтобы я сходил, купил сигарету? Прям буквально на пару минуток. Что думаете по поводу того, чтобы я отошел на пару минуток? Хотите прямо сейчас драчку или все-таки? Секундочка ожидания будет. О, согласен. Согласен полностью с Дио. Ну что ж тогда. Давайте, ну, 2-3 минуты АФК.
Вот. Первому бойцу отправили. Что-то там бывает. Не то сделал, по-моему, да? Снаружи. Золото. А что ж такое? Сайт получился. Ну что, поехали драчку смотреть. Байсон Каги нас ожидает. Интереснейший матчап. Даже по рангам игроки близко друг к другу расположены. Неужели 5-4 пара? Bow down before my cycle. Be afraid. Now you gaze upon your death. Round one. Не получилось сэртуэрить в стомпе. О, зашедший красавик просто приземляется своим 20-сад. Там после первого хита надо все-таки блокировать в другую сторону, видимо, не знал об этом Майлз контент. Так, командничек еле, следом есть бросочек. Может понажимать сейчас кнопки. Ох ты какой зап! Ну да, такое очень тяжело угадать. Очень круто это смотрелось. Был антиэйр в трейд. Отдает метр, чтобы понажимать кнопки. Не дает покидать фаербольчики перед собой. Так, вот теперь с активацией все меняется. Да, интересный красав. И это будет продолжение комбы. Ого, какой скид. Ну что ж ты не потерпел, маленечко. Дармидон техи практически, да-да-да. О, Эдгар намекает нам на то, что если кто-то сегодня не придет, то он готов на замену. Ну что, в целом, судя по прошлому матчу, можно обратить внимание на повадки игроков и обратить внимание на этот хороший вифпаймер. Не до конца, мне кажется, Майл в данный момент понимает, где может нажимать Байсона, а где не может.
Ну даже не то, где может, а где не может, а где будет, а где не будет. Неплохая конверсия, скорее всего, сейчас был бы дэш-командник, но пресекает попытку подобной наглости Майл Дисконтент. Очень много дал в себя нажать. Не отдавал красный метр. И приземляется все равно в хит. Интересный триггер у Каги, конечно, там. Не балансиера. Турбо, видимо, хочет либо на этом авто-5 поиграть с Эдгаром, либо на следующем. А я в целом только за. Хорошо, хорошо, чекнул. Но на самом деле, если бы нажал туда статтер РКРМП, то все было бы не так. Есть антиэр. Ну, сейчас настали тяжелые времена, хотел сказать я несколько секунд назад для Каги. Но вот он уже активирован, вот он уже заносит оверхед. Вот чуть-чуть осталось, как же хочется дожать вот этот стан, но уже не суждено этому сбыться, весь стан пропал. Это панишится, причем панишится хорошо. И... А, ну понял, понял. 1-1 тем временем на экране у нас. Ну ты в случае чего можешь записаться в запас. И как бы будем иметь в виду, что если ты здесь и способен, возможно, что-то организуем прямо на месте. Опыт уже был подобных. Вот сейчас не было вифпаниша, хотя он прям напрашивался. А вот сейчас был хороший краш-каунтер, который статтер реализует, отправляя своего соперника в угол. Дает пространство для ошибки. Ну, видимо, тот антиэр от игрока на Байсоне был скорее прям жестким ридом и ожиданием того, что сейчас на него прыгнут. Очень много нажимает лайтов Майл. В целом это достаточно правильное решение, поскольку часто с лайтов начинаются какие-то троу-геймы. Хотелось бы, конечно, делать это, возможно, поближе, но Байсон штука такая, которая всегда может прилететь в тебя и с цисерами, и еще какой-нибудь такой какой. Прям нещадно идет, жмет плюсовые кнопки и снова ест этот оверхед, пропускает красап, сейчас окажется в углу, зажадничает ли красный метр, чтобы избавиться от этого прессинга. Два бросочка. Нажал все-таки сам бросок статтера, за что сейчас получает очень хорошую комбу. Ну, пока плотничком идут, нельзя сказать, что кто-то откровенно ведет, хотя откровенно пользуется Байсон тем, что может очень много кнопочек нажимать, тем самым забирая урон в чип. Правильное решение, сейчас уже не было антиэра от Майлда, но вот она, фирменная Майлтех, ДП в блокстрим. Еще и начал нажимать такую жирную кнопку, был уверен, что запанишит приземляющегося оппонента, но не тут-то было, говорит Майлд, бросай его. Вот, запомнил, как больше красав. Но... Как досадно получилось. Один гес и пока что угадывает, но очень рискованно это было. Нет антиэра. Ну, там сложно это антиэрить, потому что сам оказался Майл в такой ситуации, что непонятно, слева или справа его ударят. Рискованно нажимать кнопку. Ну что ж,
очень часто пытается статтер войти либо какой-то длиннющей кнопкой, типа топора, вот, прямо как сейчас. Она всего лишь плюс один. Очень часто пытается влететь чем-то экзовым. Ну и в целом видно, что Пульсис из себя как будто бы комфортнее на данном этапе чувствует Майл. То есть он больше понимает рейндж кнопок, то есть когда их там как виппанишить и все такие прочие вещи. Но вот не понимает, как ему избавляться от этих вездесущих двух стрингов. Ответ прост. Тратить красный метр. Сам себя загоняет в угол, еще и в минус статтера, но при этом... Ой-ой-ой. Сразу готов пожертвовать метр статтера. Есть R2R. Там спейсинг, сразу попытался задэшиться и бросить, но бэкдэшит обычно из своих минусов статтера. Тяжело, конечно, тяжело понять, в какой момент наконец-то настает твоя очередь для Майлда. Он ее находит сейчас методом проб и ошибок. И все еще не хочет отдавать красный метр. Есть вип-паниш через активацию. Ой, как хорошо занажимался кнопок Байсон. Это килл. В чате все вега да вега. Ох, ребята. И снова начинается топора, уже ожидал этого Майл дисконтент, сразу прыгнул в кроссап. Минус 2. А вот это минус 10 миллиардов тысяч. Причем даже не за спейшена. Будто совершенно наглую кнопку нажал статтера, сейчас она зашла. Возвращает в угол, все правильно делает. Начинает прэшу с лайтов, чтобы ничего не мог нажать там соперник, но из-за ресета сейчас не получается. Ой, в прошлый же раз... Хороший оверхедик. Найс. Вот, наконец-то не зажопил красный метр. Не позволил нажимать сверхмотку миллион лет, но, к сожалению, это не спасает. Практически. Был очень близок Майл к тому, чтобы забрать этот раунд. Попытался с антиэйри, даже немножко напредип, но настолько хороший антиэйр у Байсона. Есть пока оверхеды статтера, но ждем, как скоро Майл будет извлекать из них больше выгоды. Есть активация, но нет, не дает Майл просто так избивать себя в углу. Да, вот просто так влететь в себя вот этой штукой дает, но, говорит, не только ты здесь наглый, я тоже могу обнаглеть. Ну, тяжело, наверное, коротышечному Каги, потому что иногда охота поспейсить нормалы противника, чтобы их не панишить хотя бы и как-то начинать свою прэшу. Но... Байсон имеет уникальную возможность гиперактивно сближаться. В этом матчапе, наверное, на месте Майлда я бы искал каких-то стайгеров побольше. Сейчас сам себя замедлил в воздухе дайв-киком. В этот раз обманочка сработала. Но здесь инициатива прям буквально переходит из рук в руки, причем постоянно. Только кажется, у одного есть наконец-то легальное преимущество, сейчас он его будет реализовывать, но второй что-то обязательно нажимает с фейка или что-то, что кажется вообще неадекватным здесь к нажатию, и это работает. Поэтому матч
решил не дожидаться краш-каунтера и просто начать здесь уже панишить. А мог бы убить. Хотя нет, убить-то вряд ли, но очень много урона нанести точно. И вот он еще один оверхед. Нашел ахиллесову пяту, эксплуатирует. Но посмотрим, как долго сможет. Насколько же далеко вытягивается хитбокс на этом фаерболе, что он его аж бросил с этого рейнджа. Ой, остановил их зовые ножнички. Это было неплохо, но тем не менее. О, встал на оверхед, хорош, есть активация. Есть заблокированный. Интересный красав. Прям на шар прыгает. Рит или везение, этого мы не знаем, но сейчас все будет зависеть. Вот пару угаданных вещей, и вот он очередной оверхед, на который не встает статтерер. Как будто кондишнит уже на какие-то действия майл своего соперника. Хороший эрвейр. Жалко, что за X метр, пусть не так уж и много урона. Нажимает рефрейма свои спасительные. И они спасают его. Видимо, хотел дэшиться. Не рискует майл бросать фаерболы даже издалека. Есть сайд-свич. И почему-то выбрасывает из угла. Но туда нельзя было нажимать. Да не знает он, что там у тебя маленький минус. Не будет он забирать у тебя очередь. Как зло прочитать. Все-таки лево-право штуки, вот эти вот байсоновские с перелетами, это очень неприятно. Но, насколько я помню, кто-то мне рассказывал, что можно водить проскат ДП вот в такой ситуации, и типа оно софтокорректится само в нужную тебе сторону. Ну что? Подождал он инициативы от Майлда, Майлд ее не проявил, поэтому он говорит, мне без разницы, просто дэшится и жмет кнопки. Сбрасывает с себя бомбу Майлд, это очень сейчас важно, чтобы не испытывать эти вот миллиард лево-право миксапов очередных. И герой, пацан. Ну, Таш, эти штуки, кстати, надо именно только после переворота. Ну, я уверен, что Майлз-то знал, но ожидал чего-то другого. Ну и что? Что произойдет прямо сейчас? Дэш-бросок. Будет еще один? Нет, будет антиэйр. В свои плюс один он начал делать с Цисарой, за что был брошен. Феерично. Очень важный момент, который, по идее, должен был бы привести к прэшу в углу. Но пока что все происходит несколько неожиданно. Да нет, его легко достаточно ашить, но не всем дано, так сказать. Мне кажется, Каги с его антиэром вполне себе позволено антиэрить. Да, Уриен точно своим СТК это антиэрит 10 из 10. Снова этот красав меня был заблокирован. Он как-то иногда его типа блочит Майл, типа раз на раз. Что-то экзовое нажал, возможно экзовый фаербол возник. Ух ты, нашел все-таки контрхит, нашел эту ошибочку долгожданную и бросил. Все правильно, не стал стучаться в лоб.
Вау. Будем думать, что это было на реакцию. Найс. Хорошая комба. Это панишится, причем очень больно. Не знаю, что там не вышло у статтера с кнопками. Но за это он получил достаточно больно. Заслуженно. Но вот сейчас уже все вышло правильно. Не жалеет абсолютно красный метр. Тоже хорошее решение. Байсону очень важно нажимать в тебя кнопки. Если он не может этого делать, он очень сильно грустит. Да, с Амаром всегда надо соглашаться, вне зависимости от того, что он говорит. Но это мое мнение. Есть бросок. Нервозненькая ситуация. Было Шимми, но не было Шимми. Я думаю, вы поняли, о чем я. И это матчпоинт для Статтерера. Сразу... Что? Вы это видели? Вы видели? Мне кажется, это можно даже кипануть. Это было очень круто. Вау. Вип-паниш Шакунетсу. Есть. Есть кроссапчик. Пожалел метр, не стал его вкладывать. Но, возможно, да, он берет его для кроссапиков. Вот, в этот раз заблочил, но зачем активировался? Там был фулл паниш. Это плюс. И это добило. Но я считаю, что Статтерер как минимум именно вот эту игру точно целиком заслужил. Только потому, что в самом начале он показал невероятнейший свэк со своим эйр-ту-эйром. Большое спасибо, парни, за игру. Приятно это было смотреть. А мы тут перебираемся, подкрадываемся, крадемся. Последние пари на сегодня, которая, надеюсь, состоится. Это Казакин, которого я не вижу. Но вижу Петрена, тем не менее. Давайте Петрена и пригласим. Вижу Петрена, но не вижу Казакина. Ну что, если в ближайшие там, минуту не появится Казакин, что мы на Латира заменим? Или как будем поступать? Ну, мне тоже почему-то кажется, что был. Я ему и в Дисе написал. Он сейчас входит в серп. А, окей, окей, без проблем. Ты играл с Майлдом. А, вы в одной комнате. Ну тогда привет передаю огромнейший абсолютно всем, кто... В данный момент с тобой в одной комнате.
запускается. На самом деле очень интересно, как Казакин выглядит. Я бы вот хотел знать, как выглядит этот человек. Какой-то конкретной цели у меня нет, просто любопытно. Как это не был на мейне? Типа, он на Каге, насколько я знаю, наиграл больше всего. И в целом Каги позиционирует. Василий был имзи к себе. Ну, если в дорогу оплатите, я завтра приеду. Ну, пока... нет, я завтра сяду в поезд и отправлюсь к вам. Или на самолет, смотря чего оплатите. Ехать мне сколько? Дня 3-4. В районе того. Казакин в тренировке. Уважаемо. Вот они все собрались. Сейчас отправит какую-то квоту Казакин. И будет драчка, я так полагаю. А, нет, сразу драчка. Ну, тут либо 5-4, либо 5-0, ну, 5-1, в районе того обычно происходит. Все зависит только от того, насколько будут орать в комнате. Долгие какие-то подгрузки аномально. Ну, пока грузится. Можно и чатик почитать. Ну, сейчас здесь ничего шибко нового-то нет. Вот так, еще и просмотр приостановлен. Интересно, в чем беда? Беда, по-видимому, с чем-то там у Казакина. От сервера отрубило. Ну, уступаю. Ну посмотрим. Ну если его от сервера опять не отрубит. Опа-на. Видим игру. А значит увидим и драчку. Так, проскипало у нас маленечко. И есть напрыжка сразу от этого хрена, который выжимает агрессивно кнопку Казакина. Пока, кстати, не так гиперактивно ведет себя Казакин, как обычно. Это даже немножко странно. Пока что активничает Петрен. Так. Прочитан дельфинчик, но таргет комбайн заходит.
это килл. Вот буквально всего каких-то пара ошибочек. Казакин просто за все наказывал. Ни одной не оставил. Хороший бросочек. Если не файлишь. Вот и встретились. Второй раз встретиться не получилось. Что это было? Ну, хотя да, там можно триггером подсейвить, но в любом случае ситуация забавная. Прям полетало в души на бланкоболах. Ну и как же дед закончит это? Главное, чтобы не с проигранной игрой, поскольку достаточно много он извлек из происходящего. Но... нет. Final round. Fight. Dash sweep. Кайф. И снова работает на прыжку у Петрена. Ну как же это получается? Где же Казакин оставил все свои антиэйры? Это будет перфект. Даже решил ничего лишнего не делать, чтобы не подропать, и это подвело деда Петрена. Потерял он перфект. Но еще не потерял игру. Так, отправили в сторону угла. Главное не напороться ни на что шальное. А триггер кончается. А триггер Петрена только активировался. Ну что ж, первая игра уходит деду Петрену. Хотелось бы сказать стильно, модно, молодежно, но можно ли такое говорить о дедах? Не дает просто так заряжаться. Прям уходит. Очень хорошо уходит бланка из угла. Мне кажется, наоборот, напоил Казакина, а сам играет абсолютно трезвый и еще готовился целую неделю к этому. Знает про минусы в этой прэше Казакин, нажимает туда хорошо. Был антиэйр, но почему-то в трейд. Прям что-то не задалось сегодня у Казакина с антиэйрами. Но зато задалось с байтами. Отдал он все метры на это, но при этом не добил. И сейчас один гес его отделяет от поражения, и вот оно. Хороший эртуэйр. Что-то там не перетерпел, нажал дед Кренза, что получил больно по лицу. Но ХП примерно равное, поэтому посмотрим, как оппоненты найдут ключики друг к другу. Вот, находит уже один такой сейчас Казакин. Не дает себя бросить Петрен, повторяется ситуация из прошлого раунда, но в ней уже Петрен реагирует по-другому, что приносит ему возможность сохранить побольше ХП, но стоило это сказать, и вот он, очень большой урон. Есть активация, сейчас предстоит угадывать. И не угадал. Салажок, в смысле салага, имеешь в виду, что дед Петрен еще молодой. Ну да, только тебе здесь 12 лет, как ты сам заверял. Петрену-то в свои 6 еще далеко до тебя. Есть антиэйр, в этот раз без трейда. Есть еще и конверсия, лежит в углу дед Петрен. Что-то сейчас ему надо будет придумывать.
Иначе эта игра уйдет Казакину. Очень много хп у него. Есть хорошая активация. И есть сейчас у Петрена возможность нажимать все кнопки. Как раз он находит хит. Но и себя бросить Казакину в углу тоже не дает. Ой, как больно могло бы быть, наверное, если бы был метр у Казакина. Это килл? Нет, это не килл. Но все к этому и... Что это будет? Да, это будет заблокированный... Мы видели просто попытку, не знаю, размяться. Размяться в такой важный момент. Никакого неуважения. И просто подошел, нажал оверхед. На кучу разных штук Петрен среагировал, но не на вот эту. 1-1. Раунд 1. 10 лет разницы у вас с Петреном. Любопытно получилось. А сейчас очень любопытно посмотреть на эту впрыжку. Видно, что игроки действительно очень много друг с другом наиграли. Порой они полагаются на не на конкретную ситуацию, происходящую на экране, а на общее знание того, как кто-то из них поведет себя. И они оказываются правы зачастую. Это будет килл? Да, это будет килл. Не пожалел дед метра. Это панишится. Ого, дэш-бросочек. Работает даже на мастера. Или лучше сказать, в частности, на мастера. Любопытнейший трейд, но не хочет терпеть подобное любопытство дед Петрен. Отдал достаточно ресурсов, чтобы остановить прессинг в углу. И сейчас он туда вернется за эту ДПшечку. Есть активация, есть трата метра, есть огромнейшая куча урона. Мы посмотрели даже потолок. Сейчас все может крупно поменяться. Нажал туда Казакин. О май гад. Как иногда волнительно смотреть их матчи. Переживаю, как будто сам играю. Оу, найс антиэйр. Есть ресетик. Есть зарядка пухи, относительно сейфовая. И снова прыгает. Возможно, дед действительно под сидром. Он, конечно, любит прыгать, но не настолько часто. Подсейвил свой антиэйр, чардженный Казакин. Угадываем. Не угадываем. Это килл? Нет! Вот теперь да, вот теперь точно килл. На самом деле, вот на таком уровне игры всегда опасно не добивать своего соперника, даже если у него там останется всего лишь на одно касание, потому что на этом уровне игры любая конверсия может обернуться третью здоровья, более того, в самом конце игры. Прочитано, есть оверхед. Пытается угадать, когда... Ну, не угадать, понять, когда же Казакин нажмет кнопку, панишит лонкобол. Как же хорошо Петрен исполняет в этом раунде. Вообще, ну, все, все узнал, все заранее. Не справляется пока Казакин с таким Петреном. Надо всего лишь найти один момент, но скоро он может ему представиться. Очень мало хп у Казакина, это килл.
Почти перфект. Отдает сейчас немного инициативы дед Петрен. Казакин как бы в стороне оставаться не хочет. Он постепенно подводит своего соперника к углу. Но антиэр и бросочек нормально. Хорош, хорош, хорош. Пока что не отдает экзовые бланкоболы на эти фуки Казакин. Вот, вот. Стоило сказать, он сразу же отдал. Я знал, что это так сработает. И оверхед зашел. Так, вот теперь есть активация. Главное не оказаться в углу. Сразу с вейка что-то нажимает дед Петрен. Вроде медиум хик. Находит хит, реализует возможность нажимания на жухре. Но сохраняет себе за один красный метр лайфлип Казакина, за один синий метр забирает этот раунд. Ну что ж, ресурсов почти ни у кого нет. Что-то пытался предугадать Петрен, но угадал неправильно, за что получил урон. Есть антиэйр. Это панишится. И даже начал было панишить дед Петрен, но что-то пошло не так, захотел бросить. Ищет возможность активации Петрен, да, вот она предоставляется. Очень хороший паниш, который сейчас может, в принципе, поставить точку в этом противостоянии. Но есть еще один бланко-гиммик и встречает просто бланко-болом этот дэш. 2-2. Да, пацаны, походу сегодня 5-4 смотрим. Раунд 1. Файт. Нет, была антиэра в этот раз. Будет ли Петрен еще раз пытаться впрыгнуть? Не верил, не верил в рунду своего лайфпанча Казакин, поэтому не стал туда делать лайфпол. Как же гиперактивные игроки перемещаются по карте иногда. Бывают, конечно, эти вот моменты задумчивости, когда они встают посмотреть на происходящее. Но в целом матч очень динамичный, то есть ты иногда начинаешь комментировать одну ситуацию, а произошло уже 4 после нее. Это будет вип-панч? Нет, не будет. Хорошо встретил ДП-шкой бланкобол. Пытается, ну видел он уже, что его бланкоболы панишат флипкиком. Пытался он побайтить флипкик. Но осталось не так уж много ресурсов, чтобы байтить что-то. И сейчас это, возможно, будет чип дэмэдж, потому что, в принципе, есть только один синий метр, чтобы очевидно защититься. Бывает. Мог чипануть, но зажал синий метр. Вот эта встреча. Вот эта встреча двух дэшей. Любезно Петрен поддэшился Казакину, чтобы его бросили в угол, но не такого результата он ожидал. И вот он, наконец-то съеденный бросочек в углу. И съеденный оверхэд в углу. Сразу комбо. Что? Сейчас произошла невероятно странная вещь, но тем не менее это приносит победу Казакину. 2-3 получается. А, даже 3-2. Статус, почему так? Ну ладно. Раунд 1. Казакин же справа. Ага, не дотянулся, чтобы запанишить. Зарядку в духе. Есть антиэр, есть лайтовая ДП, которая заходит по нажимающему свейк Казакину. С
стал почему-то это панишить дед Бен, решил отдать реверсал. Вот, в этот раз поверил в длину своего лайфбанча, поэтому сразу зарядил туда планшапол. Флажки будут, если Питрен заберет ТФ-5. Так что... Так, хит найден, но будет ли смерть? А, как досадно получилось для Казахина с этим вэшифтом. Кто? Ой, как хорошо, очень хорошая конверсия. Попытался пошинить Казахин. Ради деда надо постараться. Ну нет, сейчас посмотрим, короче, как дед постарается. Если дед забирает ТФ-5, все, мы делаем флаж. Но пока что Казахин забирает раунд. Есть тир. Ожидал вот эту стоечку, где-то хрен, сразу нажал туда медиум пик. Прям зачастую очень ровные игроки идут. Есть хороший паниш. Выбрал корнер кэри. Правильный выбор, несмотря на то, что бланка достаточно легко за 1 метр оттуда выходит. Тем не менее, он все равно чем-то жертвует. Есть РТР, найс. Трейд, в принципе, равнозначный. Ну, сейчас обороняется больше жюри, нежели пытается прессить. Говорит бланки, вот сам беги, ошибайся, пытайся как-то меня подсапить. Ой-ой-ой, вот эта ДПшка явно была лишней. Зная, как в их матчапах обстоят иногда дела, это может стать началом конца, но пока что Петрен активировался, идет нажимать все кнопки, зашинил Казахина и забирает этот бой 3-3. Так, либо что-то залагало, либо это репик. Это репик, судя по всему. It's go time. Можно даже, наверное, сразу поставить FT2. Все равно 3-3 еще, у ребят. Поэтому... Сыграем FT2. И вот кто победил, тот красава. Кто не победил, тот не победил. Неужели хочет бы систему поменять кто-то из игроков? Ну, скорее всего, Казахин, потому что он не принял бой. Ну или просто что-то не принялось там. Сколько загадок в этом мире. Ну, как минимум, поменял цвет костюмчика, персонаж те же. Ну, почти 2 часа ночи. И это паниш. Хороший краш-каунтер. Вот уже подкрадываемся к углу.
начинаются неприятности у деда сейчас. Но все может резко измениться, как обычно. Отдает красный метр, не хочет давать фену подъезжать к себе, но есть активация. Находит просто лоу-контёром, и вот она ДПшка, которая... только хотел сказать, может стать смертельной, но дроп комбы также смертельный. Как же много урона. Но не будет ни стана, ни килла. Будет ли фирменный оверхед от Казакина? Или дельфинчик, или что-то такое. Но, скорее всего, да, это будет какая-то лайт-кнопка. Сейчас они играют авто-2. Кто забирает авто-2, кто выигрывает. Потому что прошлый бой кончился 3-3. До репика. Просто вообще не хочет Казакин сидеть в этом вашем углу русском. Сразу видно, европейский человек. Более аккуратно сверху стала игра, но мне кажется, что это до поры до времени на самом деле. Сколько же много интересных комп Петрен знает на жукре. Куча урона. Нет. Нажал ДПшку, чтобы выйти из угла, и чуть не погиб за нее. Так, ну сейчас вообще нет ресурсов у Казакина. Да. Че он и прыгнул на пуха, и к чему Петрен очень часто его готовит. Бросочек. Так, ну все, у жюри есть все заряженные пухи, поэтому сейчас любая конверсия будет страшной. Вот все близится, близится к углу, но Петрен всегда способен на дэш-бросок, об этом надо помнить. Чаще всего именно таким поведением он загоняет Казакина в угол, откуда тот выходит за метр. Куда-то перепрыгнул. Возможно, хотел в кроссап попасть. Еще и... Вот оно, дождался. Дождался кинутой хуки и пролетел ее бланкоболом. Что ж, возможно, это будет победный матч для Казакина. Ну что ж, репортаж с места событий. Казакин Петрен, Петрен делает дэш-бросок. Найс. В этот раз сделал дэш КРМК. Надеялся, что текнет Казаки, но он не текнул, но сейчас... Сколько насады в этих ДПшках. Иногда респектит бланкобол и Петрен, потому что не знает, будет ли Казакин их продлевать. Ну что ж, один гес. Решает не испытывать судьбу Казакин, просто отойти, все равно есть лайфлик. Так, ну теперь чипануть Казакина не получится, у него есть красный метр. Не переживает он совершенно об этих пухах, но держится в рендже, держится в рендже. Их отправ... Попытался все-таки он дождаться какого-то действия от деда, чтобы на него напрыгнуть, но дед был, видимо, к этому готов.
чекаем дэшек. Все в порядке. Не получилось сантиерить эту жулю. Вот теперь все вышло как надо. Перепрыгивает пуху. Большая-большая конверсия. Так, вот она активация. Главный камбэк фактор подъезжает. Есть еще и краш-каунтер. Возможность реализовать метр на максимум. Очень много стана. Ну все уже идет к тому, что это килл, да. Вот теперь 4-4. Вот теперь победный матч для любого из игроков. Кто же все это заберет? Кто будет молодцом, а кто просто хорошо старался? Раунд 1. Ну что ж. Просим от Ванги на Турбо угадать победителя этого противостояния. Мне вот по-человечески хочется, чтобы победил Трен, потому что чаще в этом противостоянии на FT5 он проигрывал, насколько я помню. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Мне охота, чтобы он победил. И был очень счастлив. Ну, а по факту хочу, чтобы просто победил тот, кто сегодня оказался сильнее. Есть красавчик, есть конверсия с красавчика в углу фланга. Главное бы его отсюда не выпустить, но он в любую секунду готов нажать свои экзовые штуки. И красный метр отдать не попрезгует, я надеюсь, чтобы избавиться от прессинга. Но Петрен все это поделал и решил прыгнуть в угол сам. Думаешь, казать не возьмет все? Матчпоинт тем временем для Петрена. И еще один бросочек. Вот, теперь ДПшка зашла туда, куда надо, а не в воздух. Ну что, половины ХП уже нет у Казакина. Предпринимает иногда рисковые попытки войти где Петрен. Но сейчас пока пешком добирается до угла практически. Надо как-то из этого выходить. Это очень больно панишится. Придумал, как панишится Бланкобол и Петрен. Уже второй раз обузит. И это килл. Ну что ж, поздравляем деда Петрена с победой. Меня поздравляем с обязательством установить плашки к следующему стриму F5. Казакина поздравляем с хорошей, сильной, уверенной игрой. Ну что ж, Ванга не Турбо лишается этого звания официально. Но я хочу сказать всем смотревшим, участвовавшим, общавшимся с нами большое человеческое спасибо. Было приятно с вами в очередной раз увидеться, пообщаться. Поэтому большое спасибо, ребят. Записывайтесь на следующую субботу. Завтра не я комментить буду, а завтра Мюсли, да? Ну, если Сибириан 228 попросит меня покомментить, то я, наверное, не откажусь. Но с другой стороны, ко мне завтра наконец-то приезжает хитбокс, и я бы хотел даже поиграть на Монхле все-таки. Но посмотрим, как жизнь сложится. Если Сибириан 1337 оставит заявочку на комментирование, то я, скорее всего, да, буду комментировать. Но мне кажется, что там уже все решено. Со всеми пообщались, и комментаторы давным-давно найдены. Ну что ж, ребят, всем спасибо. Удачного вам вечера, ночи, хороших игр в Street Fighter в будущем. Жду вас всех здесь. Либо завтра, может быть. Но точно жду вас в следующую субботу. Удачи. Пока-пока.